Его назвали Павлом в честь прадеда. С детства он помнит фотографию. Молодой генерал в форме времен Великой Отечественной. Но где служил знаменитый предок, Паша узнал только в юности. Я лично об этом узнал из рассказов отца. Был очень удивлен, что Фитин Павел Михайлович возглавлял внешнюю разведку. Каким человеком был прадед и за что он получил ордена, в которых запечатлен на парадном портрете, тоже ничего не было известно. В семье было не принято об этом говорить, а по поводу какой-то конкретики, к сожалению, мы не имели доступа к этой информации. Павел Фитин в возрасте своего правнука стал начальником внешней разведки. Он был им недолго, 7 лет, но это были самые трудные годы в истории государства. С 1939 по 1946 год, то есть всю Вторую мировую войну, успешно руководил разведкой. Под его руководством разведка смогла получить данные о скором начале войны, разгадать направление главных ударов немецких войск, спасти жизнь Сталину, Черчиллю и Рузвельту. Абвер не мог упустить такой возможности. Разом рассчитаться с лидерами антигитлерской коалиции. Сорвать сепаратные переговоры нацистов и американских спецслужб. Раньше всех понять важность атомных исследований и обеспечить ядерную безопасность страны. Наши физики были очень благодарны внешней разведке за ту информацию, которую они поставляли. Само его имя до недавнего времени было государственной тайной. О настоящем месте его работы не догадывались даже близкие. И в то же время о нем слышал каждый. Фраза «Юстас Алексу» из культового фильма ушла в народ. Юстас – оперативный псевдоним полковника Исаева Штирлица. Позывной «Алекс» скрывал начальника советской разведки. На самом деле его звали Павел Фитин. В год столетия службы внешней разведки мы рассекретили большое количество материалов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Среди них, конечно, шифротелеграммы, получаемые центром из резидентур. На них резолюции, подписанные инициалами ПФ. Павел Фитин. За годы войны он поднял отечественную внешнюю разведку на, можно сказать, недосягаемый уровень. В реальной жизни у начальника советской разведки был другой оперативный псевдоним. Не Алекс, а Виктор. Отправлять шифровки Виктору имели право только главы резидентур. Но даже эти суперлюди знали, для сообщений на имя Виктор должна быть действительно серьезная причина. Вот шифротелеграмма, которая рассекречена совсем недавно. Это сообщение из Берлина. От старшины получены сведения, что все военные мероприятия для нападения на Советский Союз полностью подготовлены, и удар можно ожидать в любое время. Старшина – это наш ценный источник в Берлине. И резолюция Фитина. Срочно сообщите в ЦК, в Наркомат иностранных дел и товарищу Берия. Эта шифровка пришла из Берлина в Москву утром 16 июня 1941 года. А уже на следующий день в приемной Сталина сидели глава Наркомата госбезопасности Всеволод Меркулов и шеф внешней разведки Павел Фитин. Вот что писал об этом визите сам Павел Фитин. Подойдя к большому столу, Сталин, не поднимая головы, сказал: «Прочитал ваше донесение. Выходит, Германия собирается напасть на Советский Союз. Мы молчим». Наконец, остановившись перед нами, он спросил: «Что за человек, сообщивший эти сведения?» Мы были готовы к ответу на этот вопрос, и я дал подробную характеристику нашему источнику. Наступила длительная пауза.
Сталин, подойдя к своему рабочему столу и повернувшись к нам, произнес: «Дезинформация. Можете быть свободны». Возвращение шефа от хозяина, так называли Сталина, ждал весь иностранный отдел. Став руководителем разведки, Павел Фитин перестроил систему доведения разведданных до высшего руководства страны. Фитин понимал, что без анализа поступающих данных разведка захлебнется в потоке информации. Но Сталин предпочитал делать выводы сам. Сталин. И это его позиция была. Он сам настаивал на том, чтобы ему информацию докладывали как бы в чистом виде, без корректив и правок, а он сам примет решение по совокупности тех сообщений, которые он прочтет. Только со временем, когда объем получаемых данных вырос в разы, а разведка делом доказала свою компетентность и объективность, Сталин согласился принимать аналитические записки. И в результате Сталин стал читать аналитические документы, а не сам перерабатывать те первоисточники, которые поступали со всех концов мира. Чтобы повысить скорость принятия решений, а в разведке или на войне счет порой идет на минуты, Фитин изменил и форму подачи материала. Сначала вывод, потом аргументы. Всегда было наоборот. Что это дает? Начальник посмотрел, если понял, ему дальше смотреть, тратить время не надо. На следующий день, 18 июня, из Москвы в Берлин улетела шифровка с указанием проверить данные, полученные сотрудником Министерства авиации Третьего Рейха Харро Шульце Бойзеном. Это его агентурный псевдоним был «Старшина». Ответа из Берлина центр так и не получил. Его дала сама жизнь. 22 июня 1941 года. Ровно в 4 часа утра. Юрий Колесников, разведчик-нелегал времен Великой Отечественной, получивший звезду Героя России, позже вспоминал. Фитин рассказывал, что уже 22 июня ранним утром ему позвонили на дачу в районе Тарасовки, чтобы он срочно выехал в Москву на доклад к Сталину. Когда он вошел в наркомат, дежурный сообщил ему, что германские войска перешли границу СССР. Позже Фитин признался мне: «Если бы немцы хотя бы на день перенесли наступление, то меня, наверное, не было бы в живых». И он не лукавил. Сталин не прощал неточностей. Из воспоминаний Павла Фитина. В 30-х годах сложилась обстановка недоверия и подозрительности ко многим чекистам. Главным образом к руководящим работникам не только центрального аппарата, но и резидентур иностранного отдела за кордоном. Их обвиняли в измене родине и подвергали репрессиям. В течение 1938-39 годов почти все резиденты ИНО за кордоном были отозваны в Москву, и многие из них репрессированы. Из 450 штатных сотрудников внешней разведки к середине 1938 года было репрессировано больше половины – 275 человек. Некоторые резиденты обрывали связи и уходили сами, не дожидаясь вызова на Лубянку. Были побеги. Вспомнить того же Фельдбина, он же Орлов, который был нашим резидентом в Испании, который ушел. А ужас-то в чем, что когда разведчик уходит, он же может кого-то выдать. Исчез резидент, пропал контакт с агентурой. Рушились каналы получения информации, работа которых отстраивалась годами. Так без связи с Москвой остались «Кембриджская пятерка» в Англии и «Красная капелла» в Германии. Возникает сразу вопрос о безопасности. А что произошло за период, когда с ними не поддерживались регулярные контакты? Не изменились ли у них мнения? Не попали ли они за этот период в поле зрения контрразведки? Это очень серьезные вопросы все. Решать эти серьезные вопросы пришлось Павлу Фитину.
Родина прадеда – село Ожогино, далекое уральское село. Именно там произошли события, которые сформировали характер Фитина, закалили, показали направление. Были такие вот реперные точки в его судьбе. Был сложный момент, когда выбор стоял между жизнью и смертью, и это очень непростые ощущения. Возможно, именно после этой истории появилась фраза, которую Фитин потом часто повторял. Это было его главное семейное наставление. Фраза, которую помнит мой отец, то, что говорил прадед деду, а дед ему, такая фраза была: «Правда всегда себя найдет». Он знал, что жить ему осталось до утра. Вот уже несколько недель в Ялуторовском уезде бушевал мятеж. Все рабочие и правления коммуны «Звезда» были согнаны в амбар на краю села Ожогино. Каждый день кого-то выводили из амбара и убивали на виду у всех. Сбивали как скот, бивали молотом по голове, патроны берегли, патронов не было. Его отца и дядьку руководители коммуны решили убить последними, чтобы помучились, глядя на то, как погибают люди, поверившие новой власти. И хотя ему не исполнилось еще и 14 лет, Павел понимал, пощады не будет. На дворе стоял 1921 год. Вот вся крошка у меня, у ее брата убили на степи. Наши же ожогинские, стало быть. Вот кто за белых, кто за красных, и было всякое. Судьба распорядилась иначе. Утром ворота амбара распахнули красноармейцы, освободившие Ожогино. И кто знает, что случилось бы, если бы спасение запоздало хоть на день. Судьба всей страны могла сложиться по-другому. Село Ожогино – самый север Курганской области. Из некогда большого крестьянского рода Фитиных здесь не осталось почти никого. Здравствуйте! Я Павел. Павел Андреевич Фитин. Здравствуйте. Вы тоже Фитина, да? Была. Очень приятно. Замуж стала Фитина. А мы с вами, значит, родственники, видимо. Наверное. Ну какие, непонятно. Тут столько Фитиных было. У нас много Фитиных-то было. У нас вот у моего прадедушка Василия-то было их 18. И сколько же осталось-то Фитиных сейчас? Так, сейчас уж, наверное, я одна. Гражданскую войну Екатерина Александровна помнит в основном по рассказам матери. Но даже семейная история Фитиных хранит отголоски той страшной поры, когда брат шел на брата. В одном фамильном альбоме фотографии царских офицеров и красных командиров. Дядя Макар Иванович, он ездил с белыми, а наш дедушка Орефий с красными ездил. Он знал, что власть переменится. 20-е годы. Бескомпромиссное время. Оно очень быстро и жестоко учило принимать решения и отвечать за них. Эта черта жива в фитинском роду и сегодня. И я, и, наверное, и отец, и мы все в роду стараемся всегда рассчитывать на себя, не полагаясь на чью-либо помощь. Вот это, наверное, основное. К 30 годам Павел Фитин окончил инженерный факультет Тимирязевской академии, вступил в партию и отслужил в армии. После вуза Фитин собирался стать конструктором сельскохозяйственных машин. Вдруг по окончании института приглашение или назначение, там не очень спрашивали, в сельхозгиз, сельскохозяйственное издательство, и возглавить вот эту техническую или индустриальную редакцию. Но наступил 1938 год, и жизнь круто изменила траекторию. Тогда было принято решение на ослабленные репрессиями органы туда направить или призвать туда порядка 800 человек с высшим образованием, с незаконченным высшим, коммунистов, комсомольцев. Что было сделано?
Лишь 50 из этих 800 человек попали в разведку. Одним из них стал Павел Фитин. Ведомство как никогда нуждалось в притоке свежих сил. Потому что тот потенциал, который, конечно, был наработан советской разведкой в 20-30-е годы, к сожалению, он сгорел в репрессиях. В ноябре 1938 года Фитин окончил курсы и стал стажером отдела внешней разведки. А уже в мае следующего года был назначен начальником этого отдела. Я так считаю, что Фитина целенаправленно подобрали на руководящую работу. Он уже был взрослым человеком с определенным положением в жизни, с определенным уже сложившимся жизненным образом, взглядами на жизнь, идеологическими убеждениями. Отсутствие опыта работы в разведке компенсировалось другими важными качествами – честностью, открытостью, умением слушать других. Он четко сказал старшим людям: дорогие товарищи, вы гораздо опытнее, умнее, знающие и прочее. Поэтому просьба, я вас буду спрашивать, я с вами буду советоваться. А всем приятно, когда тебе начальник говорит, что я с тобой буду советоваться. В принципиальности Фитина его коллеги смогли убедиться практически сразу. Осенью 1938 года Павел Судоплатов, в то время исполняющий обязанности начальника внешней разведки, был обвинен в связях с врагами народа. Судоплатова хотели исключить из партии, что могло стать для него первым шагом по коридору, в конце которого стенка. Партбюро проголосовало за исключение единогласно. Лишь один человек не поднял руку, воздержался. Из-за воспоминаний Павла Судоплатова. Фитин, недавно назначенный на должность заместителя начальника иностранного отдела, воздержался, потому что, по его словам, я был ему абсолютно неизвестен. Его честность и порядочность, весьма необычные в тех обстоятельствах, не повредили его карьере. Решение партбюро так и не было утверждено. Судоплатов поэтому отделался, так сказать, легким испугом. Руководителем разведки он не стал, но стал заместителем у Фитина. Но благодарность за вот этот момент он сохранил на всю жизнь. Одно из первых решений Фитина в должности начальника – восстановление связи с «Кембриджской пятеркой». Так называли ядро советской агентуры в Лондоне. Ким Филби, Дональд Маклин, Энтони Блант, Гай Бёрджесс, Джон Кернкросс. Они были завербованы сотрудником разведки Коминтерна Арнольдом Дейчем еще в первой половине 30-х годов. Уезжая из Англии в сентябре 37-го, Дейч законсервировал агентов. Ему пришлось с ними оговаривать условия, которые сработали через многие годы. Но это не так просто. Это значит, они должны были об этом помнить. Но он их характеризовал всех, что они нам искренне верят. Они считают, что мы надежны, что мы никого не боимся, что мы всегда на месте, что мы никого не оставим в беде. За время, проведенное без связи, члены «Кембриджской пятерки» поднялись по карьерной лестнице. Дональд Маклин работал в британском министерстве иностранных дел. Блант и Кернкросс были сотрудниками контрразведки. Филби и Бёрджесс служили в разведке. Восстановление связи всегда риск. Вдруг агентов уже переманили. Можно завербовать человека, ну, очень интересного, очень подходящего, а потом оказывается, что он работает на контрразведку противника. И вот точно так же здесь был вопрос, не подставили ли этих очень интересных молодых людей с большими перспективами. Не все, даже внутри отдела внешней разведки, верили «Кембриджской пятерке». Но Фитин был уверен, правда всегда себя найдет. В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. Европейские страны одна за другой пали под натиском германской военной машины. Польша, Дания, Норвегия, Бельгия, Франция –
В это время Фитин совершил несколько загранкомандировок. Главное, в Германию, где без связи осталась Красная Капелла. Вот что важно. После визита Фитина восстановились контакты и с Красной Капеллой, и с Брейтенбахом. Передатчик пианино, радист-пианист. Это не выдумка Юлиана Семенова. Такой жаргон действительно бытовал в немецкой контрразведке. На связь с Москвой выходил целый оркестр, по-немецки «Капелла». Это были группы сопротивления, разбросанные по захваченной Гитлером Европе. От Франции и Бельгии до столицы Третьего Рейха Берлина. Агент Брейтенбах Вилли Леман был офицером гестапо. По одной из версий, это он прототип знаменитого Штирлица. Чтобы восстановить связь с Москвой, Леман решился на отчаянный шаг. Написал письмо в советское посольство. Написал, что вот меня утратили, я бы хотел продолжать контакты. И это передали. Это было после визита Фитина. К июню 1941 года были созданы или восстановлены резидентуры в 40 странах мира. На работу за кордон направлено более 200 человек. В первые же дни войны внешняя разведка фактически перешла на казарменный режим. В крупные города, захваченные немцами, забрасывали квалифицированных разведчиков. Это были штучные специалисты, имевшие реальный опыт нелегальной работы. Их отправкой за линию фронта и организацией партизанского движения руководил заместитель Фитина Павел Судоплатов. А уже в июне 41-го он возглавил особую группу, которая потом разрослась до 4-го управления НКВД. Было разделение, скажем, сфер влияния в кавычках. Судоплатов отвечал за работу на оккупированной территории, а Фитин, как его все-таки руководитель, конечно, он подписывал документ. Фитину и Судоплатову удалось найти блестящее тактическое решение. Вместе с разведчиком в тыл немцам забрасывалась диверсионная группа, задача которой состояла в том, чтобы стать центром партизанского движения на оккупированной территории. Именно так работал в Ровно наш знаменитый разведчик Николай Кузнецов, которого прикрывал отряд «Победители» под командованием Дмитрия Медведева. Герой Советского Союза Дмитрия Медведева мы знаем как командира партизанского отряда, но он, кроме того, занимался и именно организацией партизанского движения на оккупированных территориях. Вот один из отчетов, который был Дмитрием Медведевым направлен в центр и который также рассекречен совсем недавно. За время работы нами проинструктированы, активизированы партизанские отряды. Калитнянский, было 70, стало 180 человек. Соколова, было 20, стало 150. Все за счет находящихся в окружении. Бойцы отряда победителей создали много и новых партизанских отрядов и самостоятельно уничтожили около 8 тысяч гитлеровцев. Этот же отряд, в котором работал Николай Кузнецов, смог добыть сведения о секретном бункере Гитлера под Винницей и предупредить центр о готовящемся в Тегеране покушении на лидеров Большой Тройки. Но связка Кузнецов-Медведев не сработала бы так эффективно, если бы в Москве на Лубянке не было другой связки. Фитин Судоплатов. В 1943 год стал для разведки одним из самых сложных и напряженных. Он начался с разгрома немцев и их союзников под Сталинградом. Красная армия наступала на фоне первой в истории вообще Второй мировой войны столь масштабной операции на окружение, когда больше 300
тысяч немецких войск, румынов и итальянцев, было окружено и ликвидировано. К весне фронт стабилизировался в районе Курска. Образовалась Курская дуга. Выступ примерно 300 километров по фронту и около сотни километров в глубину. Именно здесь немцы попытались взять реванш за Сталинград. Ставка фюрера 15 апреля 1943 года. Совершенно секретно, только для командования. Оперативный приказ номер 6. Я решил, как только позволят условия погоды, провести операцию «Цитадель». Первое наступление в этом году. Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно дать в наши руки инициативу на весну и лето текущего года. Победа под Курском должна явиться факелом для всего мира. Этот приказ был подписан Гитлером 15 апреля. А за несколько дней до этого в кабинете у Сталина тоже прошло совещание, где обсуждались планы летней кампании. Командующий Южным фронтом Малиновский, командующий Воронежским фронтом Ватутин предлагали не ждать немецкого наступления в 43-м году, а нанести упреждающий удар. А вот Жуков предложил перейти в преднамеренную оборону с тем, чтобы выбить танки немцев в позиционных оборонительных боях. Сталин колебался. Для принятия решения, наступать или обороняться, свое слово должна сказать разведка. И здесь выстрелила информация, полученная одним из членов «Кембриджской пятерки» Джоном Кернкроссом. Благодаря Кернкроссу 14 апреля 43 года была получена информация о подписании плана «Цитадель». В результате тут же ставка узнала об этом. Разведка узнала про операцию «Цитадель» раньше, чем Гитлер подписал приказ о ее проведении. Позже на Нюрнбергском процессе это подтвердил глава оперативного руководства Верховного командования Вермахта Альфред Йодль. Внешняя разведка за счет информации лондонской резидентуры, перехватив телефонограмму генерал-полковника Вейса, указала на направление удара Курск-Белгород. Зная направление главного удара немцев, Генштаб смог правильно выстроить стратегию обороны Курского выступа и обеспечить стремительный переход в наступление. Когда немецкие войска вышли на Прохор и увидели наши танки, то для них это было, ну, полнейшая неожиданность. Потери немцев на Курской дуге около 500 000 человек. От этого удара вермахт так и не смог оправиться. Фронт покатился на запад. И заслуга разведчиков в этом далеко не последняя. После Сталинграда и Курска стало ясно, что победа СССР – лишь вопрос времени. Пришла пора определить, каким будет послевоенный мир. Местом первой встречи Большой Тройки Сталина, Рузвельта и Черчилля стал Тегеран. Была лишь одна сложность. Еще с довоенных лет Иран был втянут в орбиту влияния Третьего Рейха. Правительственные структуры Ирана были буквально нашпигованы немецкой агентурой. Но сообщение о том, что разведка Третьего Рейха заинтересовалась Тегераном, пришло с запада, из леса под Ровно. Оно действительно происходило из отряда «Медведя». Победители, в котором работал Николай Иванович Кузнецов. Наш разведчик работал в немецком тылу под именем Пауль Зиберт. В Ровно он познакомился с майором Ульрихом фон Ортелем, который служил в спецчастях внешней разведки Рейха. В одной из бесед майор проговорился, что готовится к отправке в Персию, и назвал даже имя своего шефа. Фон Ортель сказал, что его руководитель непосредственно из Скорцени. Отто Скорцени называли супердиверсантом Гитлера. Уже после войны Скорцени, сдавшийся американцам, рассказал журналистам, какой приказ он получил от фюрера.
Он сказал, что вот, мол, ходят слухи, что Гитлер мне поставил задачу похитить Рузвельта в Крыму. Это, говорит, полная чушь, но Гитлер мне поставил задачу похитить Рузвельта в Тегеране. Сталина и Черчилля при этом следовало физически устранить. Операцию по ликвидации лидеров «Большой тройки» немцы назвали «длинный прыжок». Посольства Советского Союза и Великобритании в Тегеране были окружены сплошным кольцом солдат. А из сотрудников разведки были сформированы мобильные группы, которые занимались поиском диверсантов в Скорцене. Одну из задач решала группа Георга Андреевича Вартаняна. Им удалось выявить некоторых людей, которые появились впервые, да, на территории Тегерана. Первая группа из 6 человек была заброшена в окрестности города Кум. На подступах к Тегерану она была выявлена, взята под контроль и перевербована. Такая же участь ожидала и остальных диверсантов. Сам Скорцени и его ударная группа в Тегеран не полетели. Видимо, в Берлине поняли, что первая группа диверсантов попала под контроль советских спецслужб. Так или иначе, но операция «Длинный прыжок» сорвалась. Блестящая операция советской разведки по зачистке Тегерана от немецких агентов и диверсантов была на самом деле лишь вершиной айсберга, доступной для обозрения стороннему наблюдателю. Главной задачей разведки при подготовке Тегеранской конференции было обеспечение политического руководства страны исчерпывающей информации о позициях, планах и намерениях союзников на переговорах. Основным вопросом Тегеранской конференции было открытие второго фронта. Черчилль пытался сделать все возможное, чтобы отсрочить это событие. Когда Черчилль начал в очередной раз юлить, говорить о том, что, ну, в 44-м, если получится, если совпадут какие-то условия и так далее, Сталин встал и бросил Молотову и Ворошилову: нам здесь делать нечего, возвращаемся домой, у нас там столько дел, а здесь попусту терять это время нечего. Ну, Рузвельту удалось смикшировать ситуацию. Сталин знал, что Рузвельт, США, крайне заинтересованы в том, чтобы Советский Союз вступил в войну с Японией вместе с США. После того, как он устно обещал Рузвельту это, ну, Рузвельт был категорически не заинтересован в срыве переговоров. В результате второй фронт был открыт через полгода после встречи в Тегеране. А сама встреча прошла в основном по советскому сценарию. Во многом благодаря работе внешней разведки. Ранней весной 45 года советская разведка получила информацию о том, что в Швейцарии идут переговоры между англо-американскими союзниками и нацистской Германией. Сталин точно диагноз поставил: союзники так себя не ведут. Из переписки Сталина и Рузвельта. Лично, строго секретно, от маршала Сталина президенту Рузвельту. В данную минуту немцы на Западном фронте на деле прекратили войну против Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с Россией, союзницей Англии и США. Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохранения и укрепления доверия между нашими странами. Немцев на переговорах представлял генерал СС Карл Вольф. Союзников – резидент американской разведки в Европе, будущий глава ЦРУ Ален Дальс. Впрочем, это была далеко не первая попытка сепаратного сговора за спиной СССР. Мая 1941 года британские летчики перехватили над Северной Англией одинокий мессершмитт, летчик которого выпрыгнул с парашютом и после приземления сдался властям. Это был высокопоставленный чиновник Третьего Рейха Рудольф Гесс.
Все документы, связанные с делом Гесса в Англии, засекречены до сих пор. Однако с документов СВР об этом историческом полете гриф секретности был недавно снят. Рудольф Гесс, третий человек в иерархии гитлеровской Германии, по версии нацистов, сбежал в Англию. Но из документов советской внешней разведки следует, что он был направлен в Лондон для ведения переговоров, которые должны были избавить Германию, вести войну на два фронта. Вот что сообщил из Лондона Ким Филби. Гесс заявил, что он продолжает оставаться лояльным Гитлеру. Он также заявил, что война между двумя братскими северными народами является преступлением. Немцы пытались установить контакты с англичанами и американцами на протяжении всей Второй мировой. Но после Сталинграда и Курска эти попытки участились. В 1944 году несколько было событий таких, в частности. И с Риббентропом встречался представитель Великобритании, и с послом Германии Вайтзекером в Ватикане встречались представители американской стороны, да, а переговоры Даллеса с Вольфом – это уже как бы завершающий этап войны. Война подходила к концу, и западные союзники были озабочены тем, что настанет после. Был страх по поводу наступления русских. Вы знаете, землевладельцы, предприниматели, владельцы фабрик, они не хотели быть лишенными своей земли. Они не хотели, чтобы коммунистическая система была установлена в Британии. Об этом Черчилль пишет в своих дневниках. Черчилль записывает прямо, откровенно. В свете распространения Красной Армии в Европе нацистская опасность в моих глазах теперь уступает советской угрозе. Черчилль поручил своему штабу проработать операцию «Немыслимое», цель которой – нападение на СССР сразу по окончании войны с Германией. Операция «Немыслимое» показала, что Черчилль собирался воевать с нами сразу по окончанию войны с Германией, а может быть, даже не дожидаясь капитуляции Германии. Расчеты британских штабистов говорят, что англоамериканских войск, расположенных в Европе, не хватит, чтобы противостоять Красной Армии. Поэтому один из пунктов плана «Немыслимое» – использование в новой войне старых немецких дивизий. Британцы и американцы на оккупированной территории достаточно лояльно относились к тем войскам немецким, которые сдались им в плен. И что они как бы их планировали использовать в своих интересах. О существовании плана операции «Немыслимое» советская разведка узнала еще в процессе его подготовки. Это объясняет настойчивость, с которой Сталин говорит о необходимости прекратить сепаратные переговоры или допустить к ним представителей СССР. Со своей стороны, Рузвельт пытается успокоить Сталина, настаивает, что его просто неверно информировали. Из переписки Сталина и Рузвельта. Лично и строго секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта. Я не могу не чувствовать крайнего негодования в отношении ваших информаторов, кто бы они ни были, в связи с таким гнусным, неправильным описанием моих действий и действий моих доверенных подчиненных. Но Сталин абсолютно уверен в своих источниках. Сталин дважды или трижды возвращался к этому вопросу и прямо сказал, почти дословно, мои информаторы неоднократно проверены в делах. И их информация, с моей точки зрения, заслуживает полного доверия. Это, кстати, к вопросу о том, как менялось отношение Сталина к разведке. Если в начале войны Сталин подвергал сомнению донесения разведки, то в победном 45-м он готов обвинить во лжи президента США, опираясь на информацию, добытую разведкой. И это была личная победа Павла Фитина. Вершина его достижений. В
феврале 2020 года именем Павла Фитина назвали одну из кавказских вершин. Пик Фитина расположен в национальном парке Алания. Глубоко символично, что это произошло в год 75-летия Великой Победы и в год векового юбилея отечественной внешней разведки. Это символизирует тот высочайший профессионализм, истинный патриотизм, которым была отмечена и жизнь, и профессиональная судьба Павла Фитина. 29 февраля 2020 года альпинисты, поднявшиеся на эту вершину, принесли с собой портрет начальника разведки и знамя Победы, для которой он сделал так много. В сентябре 1941 года Джон Кернкросс, один из членов Кембриджской пятерки, прислал в Москву документ особой важности. Доклад Уранового комитета, организации, которая занималась в Англии созданием атомного оружия. Информация на по себе носила тревожный характер, поскольку шла речь о создании нового, совершенно мощного, разрушительного по своей силе оружия. Сообщение Кернкросса подтвердило худшие опасения. Создание атомных боеприпасов чудовищной силы возможно в ближайшие 2-3 года. Реакция Фитина была мгновенной, и не все ее поняли. 41-й год, сентябрь. Немцы рвутся к Москве. Ленинград уже в блокаде. Киев падет скоро. Минск давно взят. Прибалтика... почти вся пройдена. То есть полная жуть. И в этой ситуации вдруг Фитин заявляет, что нужно заниматься атомным проектом. На самом деле это не было вдруг. Советская разведка следила за урановой темой уже не первый год. Опыты и исследования, связанные с делением атомного ядра, были очень популярны в науке первой трети 20 века. Но неожиданно в конце 30-х годов из зарубежной научной прессы как по команде исчезли все статьи об этом перспективном направлении. Это свидетельство о том, что какие-то работы получили гриф секретности. На это в 1939 году обратил внимание сотрудник внешней разведки Леонид Квасников. Фитин оценил важность этих сведений. В том же 1939 году он назначил Квасникова руководителем отделения научно-технической разведки. Большое внимание он обратил на научно-техническую разведку, понимая, что это тоже очень важно. Одновременно с разведкой о необходимости возобновления исследований говорили ученые. Будущий академик Флёров дважды обращался к Сталину с указанием на то, что за рубежом эти работы ведутся, и нам надо со своей стороны их тоже развертывать. Именно в практическом, военном плане. Ситуация изменилась, когда Рузвельт и Черчилль договорились создавать супероружие вместе. Англию бомбили, поэтому строительство урановых заводов на территории Великобритании было слишком рискованно. В августе 42-го в США стартовал проект «Манхэттен». Так американцы назвали сверхсекретную программу разработки ядерного оружия. Информация стала поступать и от источников в Соединенных Штатах, да, что там начинают сосредотачиваться физики, да, со всего мира, которые являются специалистами в области атомной проблематики, атомной энергии. Весной 1943 года в Академии наук создается секретная лаборатория номер 2, будущий Курчатовский институт. Тогда же весной Фитин отправляет Леонида Квасникова в США. Его миссия почти невыполнима. Проникнуть в Лос-Аламос, главную сверхсекретную лабораторию Манхэттенского проекта. Вклад разведки в решение проблемы атомного оружия и создание его Советским Союзом был неоценим. Он обозначил совершенно новые ориентиры, позволил избежать многих технических заблуждений.
Эта операция получила название «Enormous». В переводе с английского «нечто чудовищное». Первая советская атомная бомба РДС-1 была создана в Сарове, закрытом городе в 400 километрах от Москвы. Роль разведки, она велика, бесспорно. Это отмечали все физики, которые в этом участвовали. Достаточно приехать в музей ядерного оружия в Сарове и увидеть, как работала разведка. В 1946 году было принято решение о создании в Горьковской области объекта атомной промышленности. Селение Саров на годы исчезло с топографических карт, а в секретных документах появилось название «База 112». Сотни экспериментов надо было сделать. И когда некоторые недопущенные или особенно дети спрашивали, а что у нас там это звучит иногда, им объясняли, там корчует лес и пеньки вышибают таким образом. А это были взрывы, отработка зарядов. РДС-1 – точная копия американской бомбы «Толстяк», упавшей на Нагасаки. Один из корпусов, изготовленных для нее, до сих пор хранится в музее Сарова. Скопировать американское устройство приказал лично Сталин. Времени на отработку собственной схемы просто не было. Первая бомба, ну давайте честно скажем, это простое примитивное устройство, которое проверило, что можно создавать ядерное оружие. И потом оно создавалось, которое ничем не напоминает первую. Это оно совершенно другой вес, другой габарит. Все аккуратно, миниатюрно и в 10 раз мощнее. 16 июля 1945 года. День, когда мир вступил в эпоху атома. Чтобы подчеркнуть, кто хозяин в изменившемся мире, США провели первое испытание ядерного оружия накануне Потсдамской конференции. Реакция Сталина на сообщение президента Трумэна об успешных испытаниях ядерного оружия была поразительно спокойной. Сталин там попыхил трубкой и сказал, что ну хорошо. Спокойствие Сталина объяснялось просто. Он знал обо всем, что происходило внутри проекта «Манхэттен». И был уверен в том, что СССР готов к созданию своего ядерного оружия. А когда через 4 года, в 1949-м, СССР провел собственные успешные испытания, это стало настоящим шоком для Запада. Там были уверены, что у них есть в запасе лет 10 или даже 15. Ни американцы, ни англичане, никто ничего не знал. Почему? Все удалось скрыть. Как удалось скрыть? Вот тут явно Фитин. Тут явно его роль. В 2017 году у особняка службы внешней разведки на Остоженке появилась бронзовая фигура в военной форме. Павлу Фитину досталась честь и огромная ответственность возглавлять советскую внешнюю разведку в тяжелые годы Второй мировой войны. И добытая советскими разведчиками информации, конечно, во многом помогла приблизить день Великой Победы и создать ракетно-ядерный щит Родины. Это улыбка победителя. Его псевдоним был Виктор, тоже победитель. Он одним из первых узнал о том, что завершилась война. Ночью, накинув шинель, он вышел на улицу и просто порадовался тому, что вот наконец фашисты были разбиты и капитуляция была подписана. Его служба в органах госбезопасности закончилась так же неожиданно, как и началась. В марте 1953-го умер Сталин, в июне был арестован Берия, а в июле пришли за Фитиным. В тот год многие попали под суд с формулировкой «член банды Берии». Но его так и не смогли ни в чем обвинить. Все ограничилось несколькими допросами. Однако из органов Фитин был уволен по служебному несоответствию.
К сожалению, в нашей истории современной получилось так, что когда Фитина сняли с должности, то его просто забыли. Забыли те результаты, которые страна получила благодаря этому человеку. Павла Фитина не стало в 1971-м. Ему было всего 63 года. В 2020 году имя Павла Фитина появилось и на карте Москвы. Одну из улиц в московском районе Ясенево назвали в честь начальника внешней разведки. За последние годы мы многое сделали, чтобы сохранить память об этом удивительном человеке. На Остоженке открыт памятник Павлу Фитину. Одна из ранее безымянных вершин Большого Кавказского хребта носит его имя. Его имя носит и одна из улиц Москвы. У Павла Фитина была сложная судьба, и он часто говорил, что правда сама себя найдет. И мне представляется, что это глубоко символично, что сегодня сотрудники службы внешней разведки России едут на работу по улице, носящей имя Павла Фитина. И в этом правда сама себя нашла.